Есть у нас следующее. Вот с таким вот с маленьким, смайликом, да, вот с таким вот смайликом, ниппель, который надевается на колеса. Да, в принципе, можно использовать на велосипед, можно использовать на коляску детскую, можно использовать на автомобиль, на мотоцикл. Внутри там есть резиночка, то есть как бы все это дело будет достаточно герметично, симпатично смотреться, стоит, ну, очень недорого, да, доставка, как всегда, в разумные сроки. В принципе, я думаю, ну, это вполне можно, этим видео вполне можно будет открыть раздел для автомобилей. Если вы смотрели предыдущее видео, то вы видели заглушку-открывашку, которую некоторые люди могут использовать вместо ремней безопасности. Это неправильно. Гораздо лучше, наоборот, вот взять вот такие вот накладки. Насколько помню, есть разные логотипы. Одеть в эти накладки ремень безопасности и получить что? Ну, это более мягко, не так сильно будет вам натирать плечо. Б, это можно снимать и стирать, да, то есть у вас не будет пачкаться футболка, если вот замусолился ремень безопасности. В комплекте их две штуки. Они, ну, напоминаю, да, идут с логотипом. У меня просто есть человек, который фанат автомобилей Лада, да, поэтому вот я ему это беру в подарок. Ну, собственно говоря, и вам тоже рекомендую.